Малыш, ты что тут делаешь, а? Полосы какой. Так, ты здесь один. Стой. Все мои полосы. Иди сюда. Давай. Иди сюда. Прыгай. Эй. Ладно, блин. Стой, Айбала, стой. Салам. Билмем, биринчи дефе эми бурда көрөсүн. Кабакта бир дефе да сорусун. Линза, что нам делать, а? Забежал он куда-то под этот. А вот мама их. Что поделать, мамка? Тебя мы не возьмем. А куда мы тебя возьмем? Малыш. Ну иди сюда. Одна зашла туда, одна уже в багажнике. Сейчас попытаемся как-то ее выкурить оттуда, вытащить. Здесь ей очень им будет опасно. Эй, Линза. Извини, собачьего корма не было. Где твоя сестренка или твой братик? Ты залез в какую-то дыру. Здесь вам очень опасно. На еще. Да, кусары. Не могу вытащить вторую вот из этого дупла. Зашла туда и не может. Ни на какие позывные не реагирует. Написал в интернете, может получится кому-то отдать. Если нет, придется оставить где-то в какой-то деревне. Очень сладкий мальчик такой. Блин, почти час ушел на то, чтобы вытащить эту собаку, но не так и не получилось ее вытащить. Она говорит, зашла, маленький щеночек, и не хочет, не хотела выходить. Тем не менее, ну, хотя бы одно, сейчас в багажнике я одну хотя бы отвезу. Другая там хотя бы, она есть очень шугливая, у нее есть шанс хотя бы, я так думаю. Я просто не мог уже больше времени тратить, ни под каким там вариантом она не выходила. Чуть отсыпал корм и поехал дальше. Что поделать? Малыш, ты где? Ну все, сладкий. Иди сюда. Эй. Вот здесь тебе будет нормально. Село. И все будет хорошо. Я очень не хочу эти кадры включать в фильм. Но... есть огромная нужда. В том, чтобы все были внимательны на дорогах.